Элегантный архитектурный облик здания, которое расположено около леса, гармонично вписывается в живописный ландшафт и больше напоминает замок с башнями из волшебных сказок. Вот такой он частный детский сад «Гулливер». Дошкольное учреждение располагает большой и хорошо оборудованной территорией для прогулок. Детский сад работает круглый год с понедельника по пятницу с 8 утра до 7 вечера. Также есть дежурная группа, где дети могут находиться до 21 часа. Большая площадь этого необычного сказочного замка позволяет иметь просторные игровые и групповые помещения, театральную студию, спортивные и музыкальные залы. В запертом зале вздрогнуло что-то. И один раз только надо будет ударить. Ну давай попробуем, держи. В дошкольном учреждении общеобразовательного вида созданы все необходимые условия для комфортного пребывания и развития детей. В саду 6 групп, у которых есть свое название и авторское оформление помещения. Мне нравится очень саду, потому что там есть детская площадка и много ребят. Я познакомилась в гномиках даже с друзьями и в котятах, где я сейчас хожу. В каждой группе не больше 15-16 детей. Это оптимальное количество. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Кроме стандартной программы, по которой идут все детки, у нас еще есть такие интересные занятия, как эксперименты и опыты, размышляйка, которая направлена на логическое мышление, творческие способности развивает. В Гулливере серьезно относятся к вопросам безопасности. Территории и помещения садика находятся под видеонаблюдением. На третьем этаже детского сада расположен кабинет психолога с волшебной комнатой. Это сенсорная комната. Она помогает снять мышечное, психическое и эмоциональное напряжение, создает ощущение надежности и покоя, успокаивает еще очень слабую нервную систему ребенка. А также есть студия лего-конструирования. Это занимательный материал, стимулирует детскую фантазию, воображение, формирует моторные навыки. В дальнейшем, как рассказал нам директор детского сада «Гулливер» Владимир Агеев, планируется организовать целое направление для дополнительного образования дошкольников. Изначально ставилась задача, чтобы дети находились здесь 11-12 часов. Да, что мы и делаем для родителей. И, скажем так, в программу обучения давался тот комплекс образовательных услуг дошкольных, которые входят в федеральный государственный образовательный стандарт. Вот. Ну, мы этот комплекс, конечно, расширили, даем больше, но, тем не менее, родители, изъявляющие желание отдать ребенка на дополнительные какие-то занятия, могут всегда это сделать. Мы находим в нашем расписании возможность, чтобы ребенок посещал дополнительные занятия, которые не входят в программу. В настоящее время постоянно ведется дискуссия о том, каким должен быть детский сад будущего. Споров и мнений много. Бесспорно одно. Детям в нем должно быть хорошо и интересно, чтобы утром они с удовольствием шли в садик, а вечером с восторгом рассказывали родителям о своих успехах, о том, что узнали, чему научились. В детском саду «Гулливер» для этого есть все условия. Ему уже надо занятие фигов, и еще ягокосы мне нравятся. Мне вообще-то все нравится. Чистый. Игрушки тоже чистый. Мне еще здесь нравится физкультура, танцы. Все, что есть, мне здесь нравится. Мне все, что есть, мне нравится. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.